футбольного клуба «Рубин Ялта» Валерий Есипов. Валерий Вячеславович, как ваши впечатления от сегодняшней игры? Ну, если брать, наверное, для первой игры, чемпионат – хорошая игра, с хорошим количеством моментов. Как с одной стороны, с другой. Я даже думаю, то, что на второй тайм и концовку первого мы имели преимущество. А преимущество, наверное, не реализовали забитых мячей, которые должны были забить. Но владение мячом не дает права на хороший результат, если ты не забиваешь голы. Не обязательно гол, который пропустили там с 35 метров, заставил нас играть больше в атаку. Но, в принципе, таких больших провалов в обороне их не было. Мы, наоборот, создавали очень хорошие моменты для завершения. Нельзя сказать то, что 11-метровый или там, то, что два выхода били там с 3 метров, не забили мячи. Я думаю, это исполнительское мастерство, а может, и везение. Ну, а в целом я команда доволен, есть куда расти. И, наверное, должны все понимать то, что команда собралась ровно там за 2-3 недели. Но я ребятам благодарен за то отношение к игре, которое они продемонстрировали. Против команды, которая изначально, давайте говорить, то, что Евпатория, это один из лидеров крымского футбола. И они играли достойно. Какие цели на сезон у команды? Ну, давайте говорить, то, что у нас цели попытаться как можно выше, чтобы в эту зону не залазить, которая, скажем, некомфортная для нас. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть с командами, которые, так сказать, лидеры так и есть крымского футбола. Надеюсь, что мы посмотрим и берем те ошибки, которые у нас были. Если я еще раз Севастополь сыграю достойно.